Сказах «Огневушка-поскакушка» и «Золотой волос» писатель самобытным языком рассказывает о красоте Урала, о несметных богатствах его недр и могучих и сильных духом мастеровых. Тематика сказов охватывает период от крепостного права до наших дней. Ксения Тугушева из 13-й школы уже не первый раз участвует в литературных чтениях. С выражением и эмоциональными акцентами она прочла отрывок из произведения «Золотой волос». Дальше уйдем, а то хватится меня тятенька, живо притянет. Как? Спрашивает. Притянет? Сила отвечает. Ему такая дана. Четвероклашки с особым усердием готовились к этому выступлению. Сложные и многогранные сказы Бажова потребовали серьезного внимания к языку и истории Уральской земли, ее легенд. Сегодня 4 классы читали очень сложные тексты, сложные для нашего современного восприятия. Но в большинстве своем ребята поработали над текстами и над смыслами. То есть они осмысленно читали, осознанно. Это очень важный момент. Проект с успехом выполняет свою главную задачу – приобщение школьников к чтению. Благодаря таким встречам они не только открывают для себя произведения классиков, но и получают бесценный опыт прочтения текста перед публикой. Мне понравилось. Я послушала еще, как другие ребята читают. В этом учебном году участники проекта встретились в последний раз. Но уже в сентябре школьники вновь приступят к покорению новых литературных вершин. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».